Самая катка, что ты хотел? Я вот А, затестил всех не, да. персонажей, которые мне доступны. Вот это ебаный с вороном, который... Не, Блокхаунда сейчас типа его переделали, он сейчас не такой интересный, как раньше. Раньше типа можно вообще было бегаешь, сканешь, нахуй вообще по кайфу было. А сейчас не так прикольно, типа, как на нем, как раньше не выглядит. Блять, ты меня заговорил, я принял КД какой-то, хуй знает, что это КД. Да, Ну, блин, вроде где здесь? нормально, вроде нормальное КД. Слова опасны. Но это тебя же вчера не было, Назад Даня? идите. Меня вчера не было. Да. И кто этот бич? Меня Че, повезло, что Вальку я сейчас спулили? тут. Ну да. Назад идите. Слава. Ну Все? либо это было Это было сделано специально. специально, ну я так и понял. Это было при свидетелях. И игл. Видишь, Слава, как я тебя прикрываю? Ты случайно выиграешь. Я тебя еще дышу. Где мои ИП? Адвокат Хуя твой ты. денег, нахуй. Не понял. За второй пошел. А, ты за второй попал? Ну давай. А, ну давай. Не надо ее раньше агрить. Сейчас сама подлетит. Сифилис тут. Ну да. Тебе Вилаша не писала? Написала. Спекнешься? Спекнусь. У тебя поезд там есть? Который 277. А, нет. Тебе надо он, да? Ну. В принципе, убийство. Ну типа. Пошли. Не сомневаешься? Нет, я не сомневаюсь, что он мне нужен. Просто я бы его за ГП не забирал пока что. Вот все. Зеленая собака идет? Нет. Они обе уходят. Ё. Разохан еще? Че он? Че я, Даня, что ты хотел? Здесь спал. Назад.
Всем привет. Здорово. Здравствуйте. Вот такой вопрос. А кто-то сейчас, ну, кинуть сумму, чтобы я встал. Прилетел. Что снова. Сумму кинуть, я за картой сдох очень далеко. Я сейчас встаю и умираю на месте. Ну, притом, может, тут потом бывал убьем. Как-то я слишком долго делал чай. Нормально там все, да? За 2 секунды, блядь. 200 тысяч урона. Воет. Че? А можно будет, если че, на вальку за варя разойти? А че там тебе надо? Я, наверное, попробую этого босса с картой побить. Посмотрим, как с картой будет. Не то, сейчас я не смогу уже. Я спросил, может, нужен. Кому-то надо? Ты узнаешь сначала? Пояс мне тоже нужен. Кольцо святу надо, и пояс надо. Какой танковский? Окей. Киньте сум, пожалуйста, сейчас снова умру. И, кстати, тебя так ничего не связывал. Ну, я посмотрел, но я тебя не дергаю. А что, мы в 25 рейд переходим, да? Не взяли. Ну, все переходят. Так, 1481. Ну, одного еще надо, да? Ого. Ну, там у нас ЭКФМ есть. ОБМ. А чё вчера сорок упало, кстати? Меньше. Говно. Блин, чё не заходишь? Ну потому что только зашел. Не понял, блядь. Жалко. Ты же спал, пусть? Угу. Кто у вас каски бафает? Гомосек раскидал. Да он работу сегодня? Потому что Вилания может угу. Бросить кулак по друидам, потому что два друида. Один друид, другой кот. Ну пока не два паладина. Я про это и говорю. Друиды не домашние. Вагон. Че, мне спекаться, не спекаться? Слава. Сифилис и гомосек танчит. Тогда меня на пол, наверное? Да. Ну тогда сальвы по КД в меня сдавайте, нахуй. Рома, там шкаф стоит. Ладно, я сам себе дашь. А ты с пула не бей сильно. У нас лог есть! Охуеть! А че, я в кота истерию даю, или кто-то там хочет... Еще и демон, да ты шо? Я же в кота. Не, ну, дайте сумму, сейчас снова умру, ёб туда. Далее. Я не могу себе долго прихилить, нету суммы. Нету. Может, потому что ты в комбате? Не, я точно не в комбате. А у меня после усталости вы дали. Пиздив, значит, ждите ответа. Да, тебе 5 суммонов там должно прилететь, вообще. А нахуя ты там находишься? Ты маунта не можешь поставить? Нет, не могу призывать. Он скидывается постоянно. Ну, мы тебя не можем суммануть. А ХС прожать бабл ХС. Ну, под баблом даже дамаг лутаю. Кринж. Это какой-то.
Спекайся в хапалом. Да, Вилания. Что там, Глеб? Как шеем? Как охуенно. Говорит, да я распылил холи спек, его нету. Он в распыле. Да, да, я вижу. Я еще 240-м буду. Я вижу, в распыле он. Что там, Ром, получается? Пытаюсь выйти хилиться. О, пришел сум, заебись. О, спекуйся, брат. Принял? Да, да. Все, заебись. Пошел, блядь, на чем улетел из Думира. Он тут столько, что ли? Блядь. Ну что ты за хуйню там делал? Я поставил автополет в сторону ссылка. Я был в Федерингера до этого, считай, с другого конца этого нерфскула. Я отошел налить себе чай на пару минут. Прихожу, я уже за картой в жопе мира. Короче, я все равно не понял, как ты туда попал. Автобег. Ну, сел на маунт и полетел в одну сторону, в сторону ссылка. Пока летел персонаж, я отошел налить чай в реале. Когда пришел, он уже ждал. Жду 2 минуты рез. 2 минуты рез. А. Да, блядь, проще встать, добежать. Нет, покинь. Так он даже упасть, по идее, не может. Покинь или тело, может? Зайди в инст. Ну, хорошо. Так проще. Куда вы суммоните, он еще не резнулся? Самый быстрый суммон на Диком Западе. Ты там за пределами карты деньги из банков воруешь или ты что там делаешь? Рыбу ешь? Танчит звезда. Кружок. Забирать будешь после едкой гнили. Когда на полу не будет газа, дашь каплю по сифилису. Сам попросишь у него каплю. Чё по гели? Ну это, хуй знает. Давай СПО. Okay. Лапу пристейн тут, пожалуйста. Дайте Бидон, нажмешь Гера по-братски? Дайте столик магин. Продукс, дай столик. Идем, проверка. Кто просто баф обновили? Магия, алё, блядь. Слава, не забывай лапку кидать на босса. А чё? Он надаёт нормальную игру. Ну и режет броню. Я не в танке. $48,000 инвизибл. 50,000. 70 было. Споры собираем. 3 штуки. Все должны получить. Ярьте сальвами по нему, наверное, я не знаю. Ебал. Там нормально уже. Бидон и стелси. Объясните мне, пожалуйста, вы можете не ловить пельмень? Чтоб каст цепухи был не 8 секунд, а полторы, две, там, хуй знает. Ну, вы так рейд уроните, если так будете ловить. Надеюсь, понятно. Споры собираем. Я после этого босса на мобильный прыгну. Благает неистово. Хуярьте ему еще одну солю на всякий.
Дал сальву в него. Так, теперь танка побольше хилим. Сифилиса. Вся мелизона молодцы. Давай каплю по сифилису, гомосек. Есть. Прожимку готовим, массакру и этот. И незыбку давай. Прожались. Захильте всех быстрее. Дальше уже ничего не ловим, никакие споры, просто бьем босса, добиваем. Я чё, поспал, пока нерв подвезли, но. Да ты пельмени ловил. Пельмени словил, так что. Ну так она знаешь, сколько хосты режет? По-моему, процентов 200 там или 300. 250. Ну вот, это пиздец. У меня дотка становится, блин, не 25. Ну, считай, в ноль твоя хоста превращается. Кровь нужна кому-то? Кто квест брал? Там имейте в виду, я вела не на распыл закидываю. Там, если вдруг кому-то шмот надо, сразу сообщайте об этом. Да, я пулю не сразу, а чуть попозже. Так. Что время есть. Короче, вчера смотрел, Слава. Ретрики, блядь, в робота. От 30 до 35, нахуй. Ну, почти догнали элемов. Что значит почти, блядь? Элемы до этого меньше давали, нахуй. 36. В Т5? Не знаю, в Т4 вроде. В 4 Т4. Ну, вон, Лёха, 27К, нахуй. 27-28. Хуй знает. Так, на рынже. Смотри себе в сову. Хуяли. У ворот Атрисия Войд. За спиной босса два мага. Слева Мидарк Заломаныч. Справа Пасифея и Притон. Справа, если смотреть на босса, и слева. Сзади за боссом, как сейчас босс стоит. У ворот это где мы сейчас стоим. В сову, потому что не хватает РДД. Вот смотри, вот здесь. Я прыгаю слева. Да. Ты и Мидар. Слав, напомни, мне последним здесь шо? Кого? Чё? Последним шо делают тут, шо кого? Ещё на офтанка. Для офтанка. Чё по действиям, ещё раз? Напомни. Слизней не водил? Водил. Будешь слизней водить. Ну, он водил, наверное, в обычке. Ну, большой появляется, забираешь. Маленьких не трогаешь. Маленьких? Не сходишь с маленькими большого. Маленьких сводить только с маленькими и больших только с большими. Вот. Проверка. Вархиля нет. Вархиль прилога это или вылетел. У ворот. А, я говорил. Да, я говорил, что на мобильный прыгнул сразу после боя. Тут в сальвой форме, типа Invisible, наверное, сначала. То он там опять бурстанет. Это что, ФДК такой? Или что это? Да, он там, это БДК. Ну, это Блад. БДК, Блад сломанный. Абузит прикол, все нормально. Абузит вот эти мечи по 1.7.
Кровавый. Он грузит быстрые пушки, у него просто нету быстрее, чем эти. Он взял самое быстрое, что у него было. У него было бы две кованые плетью секиры, он бы еще больше давал забей. Еще это дает настакивание какое-то? Там прокает 104 хуета у него. Частицу на пассифею, ну и, соответственно, остальных старайтесь не проебать. То на РНЖ, третья, четвертая группа. Проверка. Лучше похолдите, ребят, не бурстите сразу. Да, это не бурстите, проблема. Ну, если дамажите, все круто, но мы от этого босса типа не убьем. Если вы сдохнете, вы дамажить не будете. Потом успеете разогнаться. Я просто не могу больше агрона брать. Я вот весь бурст в агро даю. Фулбой агро набираю, но типа тяжело. Если кто-то с ренджей сдохнет, в Рахель первый на это на рейндж пойдешь, и Транквилла тоже. Иначе заблюет мне зону. Полидринка, оформите еще сальву. Ты чё, без этой, как она называется? Ты же видишь, в рейде РДД не хватает. Поэтому и в СВ. Нельзя, что ли, притормозить урон свой? Ну ты можешь убрать, на пол щелкнуть и постоять. Это от тебя полностью все зависит. Отличные новости, народ. Я починил труп. Просто можно тормознуть и потом уже побить. Ты мертвый меньше дамага нанесешь. Ты тем более, ну, сейчас ты ноль наносишь дамага. Чисто так, для справки. Ну он тестит анивей, типа, ну... Ну анивей... Это, пару шагов назад сделаем, трясим. Чтобы не заболевать. Все, сейчас пойдем. И это, если я по вот этой, по ближнему кругу, ты по заднему. Большой в центре, прием. Взрыв. И причем он в милизоне. В упор взрыв. Я незыбку отдал. А хули толку с незыбки нахуй? Ну он в упор взорвал. Бичи, блять. Типа, хуйня ебаная. Такого не должно быть. Да я даже бить это не буду, падайте. Да, у нас мертвых 4 тела. Ну прямо давай, бьем, давай, да, добивай. 4 тела мертвых, типа. Ну просто ты прав, но время неохота тратить. На чё неохота тратить? Ну, падать. Это типа стопудовый вайп, тут два РДД лежат. Сейчас просто блевота в мелизон удастся и все. Ну пусть хил выйдет. Хилы все выйдут на РНЖ, они проебут противоположную сторону комнаты, они проебут людей там. Вот и все. Хилы и так уже на РНЖ. Короче, нахуй, я не знаю. Заблевало. Нахуй. Про хильтик его заблевало. Хуйня это все, нахуй. Два ты пять надо тупо, чтобы агро вот это держать, это пиздец. Мне тупо агра не хватает, вытащить его. Большое. Взрыв.
Взрыв. Бегите, бегите, бегите. Не зыбку нажим. А там плюют еще люди. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Ты где ебучий плащ, блядь? Чё ты? Сейчас слизня убьёшь, вечер. Всё равно не заберёшь. Слизня, парни. Слизня бьём. Ой, пиздец. Просто надо на ДК 2Т5 и этот, тогда агро будет держаться более-менее. А сейчас грусть. А у нас есть хил в комнате, да? Давай этот самый. Что, когда обратно? Такс. Второй. Я хуй знает. Я в кота, короче. Да не, не надо, в сове будь. Залупа будет. Да залупа, это моя сова, нахуй. Похуй. Я ж просто сдохну. Так, значит. Хулидринг в танка. Гомосек Даларан. Друид инвалида ставьте шкаф с Монти. Гомосек чиль на замене пока. Сифилис в ДД. Я могу в кукле посидеть. Ну пусть он в ку. А? Слава. Я посижу. Ну как хочешь. Не лагает, мне смысла нету. Кроме куклы, блин, ничего не светит.
4 места. Охуенно, подамажил, блядь. Только ассиста пока, да, из Гарелла не скидывай, Влади. И лутера. А ты на кого пошел? На друида? Я на пале. А, ты на пале. То есть тебе скинуть лутера, я правильно понял? На пале и ассиста. Ага, так. Сейчас. Блять. Лутера и ассиста, а не Рева. А, сорян. Сумнить. Так ничего. Блин, почему шаманы не могут носить одноручные мечи, ё-моё? Так, этот самый рыба. Стелси, не слови пельмени тут, иначе выпнется рейд. Первый таунтить будет только три сева, да, умеет. В сове потаунтишь. Второй будет таунтить. Атрисия не умеет. Я могу потаунтить. Так, ну давай, первый сифилис таунтит. Второй Авелания, третий хукмастер. Сколько? 3-4 стака? 3 стака. Окей. Авелания умеет, ты спросил? Никто не спрашивал. Ну сейчас с ренжи просто, типа... Да, с ренжи. Когда каст будет? Открывать ДБМ. Леп, ДБМ. Цитадель, чумодельня. Цитадель, чумодельня. Кров. Ага. Третья фаза, мутировавшая чума. Две галочки ставь. Будет полоска. Третий этап. И на последний... Количество стаков. Все. Да. На последней секунде, вот когда будет там единица, таунтишь. Подбегаешь босса и таунтишь, да. Угу. Так. Ну мне нахуй надо. Вообще, лучше всего это хантам делать, конечно, но похуй. Хоты пока. Что там, блядь? Давайте приготовились. На счет 3 пулять будем. 1, 2, 3. Там уголок. Это самое. Помните, да, куда сбегаться? Вон делоковский портал стоит. С зелеными дебафами туда сбегаетесь. Там зеленого слизня бьете, когда он к вам подойдет. Зеленый объем. По профу стопните. Слизня ебаните сначала. Добейте слизня. Там на профе 1%. Уже выходим. Профа переводим. И готовимся. Вот уже фаза пошла. Зеленые дебафы в локовский портал. Давай я массакру. Как убьются из нее за жестовалку, только не попади по пельмени. Ну, да, окей. Пельмени первые полетели, и будут еще вторые. Не словите их, отойдите. Вот вас, блядь. Сейчас вторые полетят. Подальше РДД стойте от профа. Вторые пельмени. Не словите. Труйте нулит, молодец. Колба. Блять.
уже выходим. Сейчас это я выпью. Красный объем. Так, что там? Процентаж. Лужа, выходим. Зеленый, готовимся бить. Идем зеленого. Пельмени, выходите. Колба. Пиздец, лужи далеко нахуй. Ой, бля. Сейчас будет красный. Надо стопнуть что ли, наверное? Не, 42. Играйте. Красного бейте. И профа, и этого бейте. Будете переводить после красного. По профа больше дота. С красным фул дамаг по профа давайте. Стоп один. Смысла нет. Фул по профа бейте. 5 секунд. Сейчас лужу оббегать, сейчас она уменьшится. 1%. Два, да, слизня нахуй. Нет? Нет, один. Хорошо. Так, Вальхельма сокру, срочно, быстрее, быстрее рейд поднимайте. Ну это что нахуй? Кто это? Стойте там нахуй, стойте там. Плюнул, короче, в него. Добивайте зеленого. Быстрее зеленого добивать. Сейчас первые пельмени полетят. Эту диспельте. Готовься, это унтитю там первый был. Стелси, вставалку юзай. Вставалку юзай. Быстрее, где ты? Пиздец. Отводим. После сифилиса кто? Авилания? Таймер увидел с чумой? Таймер не вижу с чумой. Ну давай, ищи его. Собери. А, нормально. Я сейчас последний стак забираю. Все. Все, этот Авилания, готовься. На это 30 метров отойди, я тебе скажу. Угу. Ты унти. Все, молодец. Еще два раза так сделаем. Окей. Пельмени не славливайте. Ну, это я тебе не сказал, ты не стунтил, да? Угу. Ну, я не вижу просто серьезно. Ну тут готовься. Одна секунда. Ты унти. Угу. Так, есть. Готовься. Готовься, готовься. Тути. Угу. Все, три будет на нем, я заберу потом. Три будет на хульдринке, я заберу и добьем. Выходите. Массакру дал. Ну, сука, двигайтесь нахуй. Все, забрал, короче. Полтинник отдал. Давай. Массакры, колба проводим. Бомба, бомба, бомба. Встаньте куда-нибудь там, чтобы это не сдохнуть. То пельмени долетят быстро до вас. Вот РДДшники, я про это и говорю. Вот, нормально. Пойдет. Вот эту пуху, вот они перерабатывают этот обоссанный, если не белунги, нахуй, че вот эту пуху не апнуть. А вот это что, да? Ну это Луиды, блядь. Они с ней рофлят просто. Да, он и сука, нахуй, на админах. К
Кстати, а сколько сейчас стоит токен Т-10-3? Сотку, вроде. Хуя, медаль. Я вообще не понимаю. Что, никому не надо? Я вижу. Охуеть. Да я думаю, взять и побьешь кинетики. Конфессия. С Пасифеей, кто там еще меньше всех жизни? Я могу. Угу. Если на носовую обратно зайду, блядь. Этот, вопрос, короче, по лане. Надо а кому-то... Осколок отдали? Не, я не видел. А, там увела, что настрачивает, да? Да, и лутера. На лане. Ага. Этот, пучина кровавая, будет кто забирать? Это вот эта, которая хуйня хостовая? С ДПП да, ее только брал. Хуй его знает. Наверное, вряд ли. Ну, кроме котов там, не знаю. Да не, я думаю, никто не будет. Котов, кстати, хранитель бис. Чечань? Кота, клятва, хранитель. А, ну, тогда. Кота, да. Типа, она слишком много РПВ заберет пушка. А у тебя обловский хотя бы есть? Кто? Клятва, хранитель, да, хотя бы обловский есть? Да, обычный нет, даст. У меня с ТТГ. Пушка ебаная. Если надо кому починиться, сзади хламит стоит. О, это деду надо. Сейчас Зозе позвоню, займу у него клятву хранить. А ему отдали, да, что ли, тогда? Ну, Бублеру чуть выше был, да? А. Где хламобот, я, блядь, его не вижу. На лестнице. Не фартануло, хули. Получается. Пацан к успеху шел. И пришел он. Фотку получил. Я тут забрал. Чисто наличка. А КВшка, кстати, на кого была? На Синдру. Этот, Войд. Че у меня тут? Танго, да? Да, подумаем. С Хулидринка две не должны цели срывать. Ну, а соло кто будет танчить? В принципе, он может Келли. Я выбираю тебя. Он может Келли. Так хули дринку лучше двоих танчить. Ты заебал мне лидера скинул. Ассист. Окей. Так, ассист. Он так хотел у Мишкиш потанчить. Ой, блядь, сидит не танк, нахуй. Пошел, мы сейчас чаржимся, нахуй. Ты в медведе будешь Келли танчить, да? Да, может, да я потанчу Келя, пусть он двоих танчит. А, окей. Вот тварь тупая, а? Цепи свои кастуют. Блять, 130 душ осталось. Вау, короче, без меня убьете слепца, карася сами будете танчить. Хуясь ультиматум. Ничего надо так, кстати. Я не понял. Слепца когда убьем? Сегодня, что ли? Ну, я говорю, не дай бог, без меня слепца убьете, карася сами танчить будете. Ну, что ты хочешь? Пояс? Я пояс для начала. И трынька там есть. А ты что, с него трыню хочешь сказать? Ну, она чуть мощнее, чем геркулесский знак.
Ресети. Бо как-то БГ неохота дрочить сидеть. Чё там на БГ? Ну там Тринька еще лучше есть. На хосту. Там А8 Тринька 226 хосты дает. Ну, 300 рейтинга БГ типа это такое. Чё тебе, спадлу 300 рейта добить? Это 10 БГ максимум, даже меньше. Ты типа. Ну, пояс в любом случае там бисовый. На данный момент на меня, на танку. Сейчас, короче, комплект одену, блядь. Будешь свою массакру давать, блядь. Войд на двух, я на келе. Слава, в чем заключается моя задача? Сферки бьешь, кинетики сверху, которые... Ну, приоритете. Кто там меньше всего дает? Ну, там он Дарк и... Ну, и Хант пускай подбивает. Ну, Хант вроде на первых местах. Пусть знает, Заломаныч пускай тогда вместо Ханта. Кого? Сфера? Сфера, да, сфера. Сфера. У них только прямые атаки, да? Нахуй в пол сразу убило. А, Слава? А? Только прямые атаки, да? Не дотки? Вроде не, говорят... только удар. Только удар. Вроде то есть, говорят, да. Дотки тоже вешаются, но... Не знаю, поднимаются они. Смысл? Ну, от все, первого тика. Все, что инстантный урон наносит, то... Поднимает сферу. Тебя лунная гонись наносит инстантный урон, то... Кто-то сейчас будет кого-то сферку брать? Для бурста. Не надо. Я просто эти сферки ни разу не подбивал, я поэтому хуй знает, что это сам. Значит... Просто... А где хук мастера? Стоит чилис. Заломаныч, ты спрашивал про сферки? Да, да, да. Просто да, молнии да. Лупишь первый уровень. Но я уже выставил, да. И ей лупи, и все. Там чисто урон должен быть, входящий по ну, такой. Не потоковый. Так, массакру Варихель. Опа, какие значит, да? Опа. Это было, блин. Вот сейчас прожимку давал свою. Келя, бейте, там агро вроде набрано должно быть. Не знаю, как тут бить, или никак. О, ядра забрали, бля, ребята, вы чё? Ну, сдохнет он, значит. Да, поэтому я жму две кнопки. УВС и экзерсизм. Келя побьём, блядь. Да джагой можешь бить, почему она же у тебя не массовая? Расскажешь. Массовая? Да. Не лужа лет. О, нихера себе. Не, я не знал. У меня только два не маскила. Раньше немножко вокруг босса наберите все РДДшники 30 метров. Милики стоят. Вот это, чтоб хуета разряжалась поменьше. Ай-яй-яй-яй-яй, луну. Тихо, блядь. Я спать не добежусь. А, вон воронка. Что-то не увидел.
Ебать, они далеко спаунятся, блядь, пиздец, я не успел до них добраться. Стой на той стороне просто. Ну что, вы будете блядь, пить? Я ебал ваш рот, не белунг, нахуй. Валька стоит, блядь, ядра бьет. Так, давай мастеру. Повыше их поднимайте и держите выше намного. Да, пытаюсь. Я один их бьёшь, что ли? Ну я один две кинетики держу, квадратик и крестик, блин. Ну по килисету аккуратно. Вон еще луна нахуй появилась, три, блядь. Помогите с крестиком, там крестик падает. А там медаль. Я далеко. Нормально, бей тогда этот луну, я побью крестик. Я крестик подниму. Не подниму, меня откинуло тут никуда. Ну чё это ебаной Вальке больше ядра. Делать нехуй, кроме как сферы бить нахуй, или что, блядь? Они ж не по контролю. Не белунг дауны придумали какие-то, да, ебаные? Ну, она всегда так было, она просто бьет. Да она бьет. На обе стоят теперь пиздят нахуй. Вы заебали, вы можете ядра подбивать? Да, они теперь еще и с элемами начудили, слава. Да, они, короче, сделали так, чтобы элементаль мог пулить мобов, и да, прикольная тема тоже. Да уебаны одним словом, нахуй. Ты, блядь, управляешь им хотя бы. Им нельзя, нет. Нет, ты не контролишь его. Он просто за тобой бегает и все, нахуй. И причем он может так уебать, хуй знает куда. Да, массакру. И все. Это как петулька. Не успел массакру, что ли? Да, только отозвать еще и нельзя. Да, крестик поднимите, там крестик упадет. Это гаргулья ебаная. Да, еще одна гарга. Но он все равно уебался, гаргу, в него 4 гнева. Гаргу направить можно, погоди. Гаргу направить. Я просто далеко стоял. С макросом, блядь. Ну его, значит, тоже можно макросить. Да ты поднимай луну, я встаю забрался. Блядь, да ебало это Валька, нахуй, с Нибелунга, это пиздец как. Ебать, хорош, хан. По Сифе лучше вообще. Призан сталку юзаем. Ща вихрь будет. Захильте призан. Луна падает. Что-то дамаг вроде бы есть, вроде бы и нету нахуй. Ты о чем? Мне что-то кажется долго бьем, 4 минуты до берсы уже осталось. Так нас толкало сколько раз? Сколько толкало? Да. Тебя, ну, толкнуло, стаки есть, стоят, курят люди. И килисета еще ты не побьешь, там овдешки много льет. Ебать, я как знал, надо, блядь, хостовый тотем одевать, блядь. Бля, как три члена хватают одной рукой, блядь, это пиздец. И не говори, блядь. Одна падает, другая поднимается. Такая же хуйня. Луна падает. Да я возле нее уже. Хотя бы пружинки нет, спасибо, нахуй. Это тоже верно. Вообще кайф, нахуй. О, стоит тварь тупая, блядь, просто бьет ядра. Да ладно, нормально. Крестик. Крестик гни вылетят, видишь что? Да вижу. Профессиональные нахуй. Сейчас без сферы. Главное, что профессиональные. И профессиональные молнии первого уровня тоже летят туда. Так, готовь массакру, Урихель. Давай массакру. Там крестик падает нахуй.
Сову уронили нахуй. Че, разбегаться? Крестик, крестик, крестик поднимите, алё, сейчас упадет нахуй. Разбегаться нахуй надо, да? Ядра по одну сторону побежали. Вот синяя падает, блять. Не было приоритет не поднять, не уронить сферу, чем не сдохну. Чем не сдохну. Луна падает. Блять, успел. Ю кинетик с мишкой нахуй, как дела? После выхода. Ну как дела, блять, нахуй, не успеваю, крест. Блять. У вас крест падает. Парни. Просто кроме тебя, походу. Экзорцизмом бью. Может, я на ДК подобью, похуй. Хуй положил. Я упал. ДК поднимает. Я ебашу эти кинетики как могу, нахуй. Я не говорю, что ты виноват. Луна падает. Да поднимай эту луну, блять, с колен, нахуй. Крест, ой, потрач сейчас упадет, нахуй, поднимите, блять. Крест падает, ебаный рот. А я не успею до него добежать, она упадет. Там есть хан. Ах, благослови Господь ханта, нахуй. Неудобно. Юрий, там еще БДК, блядь, кайлами поднимают. Нет, это же 4, это 4 мог БР, не, я БР на хила. И поднимал бы сферу дальше. Тормоз. Жили. У тебя еще кинетика заспавнилась. Жили ровно добить. Блять, скоро он там нахуй сдохнет, блять, уже. Петух ебаный, блять, а не босс. Согласен. Получается. Плащ. Витя, для тебя сюда. Да, будь на подстраховке, сейчас Хрудринг же скоро уйдет на работу. А ты уже своего босса пропустил, главного. Сферу поднимать. О, какая я радуюсь. Что я в сами нахуй иду в флоры. Не, Витя, это самое. Я без тебя на следующий раз на него не пойду. Да идите нахуй. Имею в виду, я тебе это припомню нахуй. Кто меньше дает, тот и бьет сферу вообще. Получается танки. Какого хуя танки не бьют сферы, блядь? Получается не тупые. Сука, блядь. Что-нибудь выпадет сегодня, нет? Так-то? Выпадет сегодня что-нибудь. Ты этот, что ли, дробяшку хотел? Ну что-нибудь вроде да выпало, он сейчас. Ну, блядь, все, вот на комплект. Вот этот агро, нахуй. Чтоб камни на РП вставить. Так, у меня же этот. Так, там осколок есть же? Да, вроде был. Угу. Я на друиде вижу осколок. А ты отдал? А, окей. Я там квест. Блять, плащик с меткостью, заебись. Рога за спиной. У меня в Т5 классно. Каждую минуту личный сейф есть. Какой? А, там, короче, стаки копятся воля храмовника, и ты когда эту святую клятву прожимаешь, до 20% урона абсолютно всего срезается. Вопрос, на лане Герос положить? Слава. На лане? Пула. Okay. Слава. Yeah. На этом боссе можно в котика? Блядь, ну давай подумаем, мы стоим вроде вместе. Ну, меня превратило, если что там, блядь, как бы. Хуёво, когда превратило. Если что, тут. Всем привет. Здорово. Давай в кота, пох.
Это Вань. А. Не знаю, как вы будете из-под босса Долос разбегаться. Ну, это ваша, наверное, проблема будет. Скинь в лес раскладку сухал. Сейчас скину. Дискорд? В лес можешь прям кинуть. В игре. Кто лес, блин? Умеешь? Да, скину, но мне немножко не под Т5. Я тебе скажу, кто брать. Так, рыба. Ну окей, я тогда потом перекину. Просто я не знаю, откуда, блядь, мне 7 талантов брать. Там улучшенный хил не всегда нужен. Его можно брать. Ты с пула крылья отдаешь, Хольдринг? Короче, сделай так, чтобы это... Чтобы босса не сорвали, короче. Ой, я? Охую. Да не сорвут они. А чё у вас станаты, как бедный родственник на складе? Перекини лутера еще раз. А потом, что его вечно мутают, кикают. Набедился. Тебе будет? Он обижен. Так. Ну не замутан. Он бота слушает. Где Вальхель? Он же себе, блядь, музыку включить не может, он, блядь, бота включает, нахуй. Короче, на взлетке. Ну, сейчас посмотрим, на кого будет. Милика, в принципе, не должно на взлетке бить, там и зыбки есть, и всякие 50 на 50. Вот, а этот, если какой РДДшник будет, каплю, короче, оформляйте там на свое усмотрение. Я на первый сдам мосты. Ты на первый, я тогда на второй. В танка? Я в танке. Если кто-то отвалится, я тут, если что. Да, сам... я через 15 минут уйду. Рубал хозяйские харчи. Так, что там? На хули дринка? Гомосека нету. Да, да, опять же. Мыси гомосека нет. Но ФК он. Изи был, походу. Блять, лаги нахуй. Короче, я по нему дам капли на взлетке. А ты по второму дашь вкусу. Второй вкус будет Авелания. Желание дополнительно еще для себя там сделаешь, чтобы 50 на 50 поражал на, да, первый взлет. Да, 50 будет. Продукса. Хули дринк, а продукцию будешь каплю давать. Сейчас тени. Последних фир. 5 секунд тени. А чё вы несете не к стенам, не к стенам, нахуй, как хуй пойми кто, нахуй. Ты ж там была. А. Ну, справа, по крайней мере. Справа была, типа, лужа. Я вдоль нее нес. Слева не знаю. Да, open visible. Да вы чё? А чё столько людей умерло? А продакс под каплей сдох.
него глыба есть. Мне укусить надо было, и как тебе глыбы нужны? А, вот тебе укусить. Да никак, нахуй. А, вы хила укусили. Ебать. Нахуй вы стелси укусили. Сири, жестко. Хорош. Я Катрисе уебал. Катрисе, Арес и Седжу. Дрюд инвалид. Мидарк Арес. Поинвизил лут. И не стали его. Укушу Седжу. Скинул. Ты тоже скинул? Я нет. Я скинул. Говори, кому скинули, а то мы вдвоем кидаем. Че, где еще укус? Селси, укуси, пожалуйста, кого-нибудь. Я понял. Ладно. Второго хила. Тоже поебать. Кринч. В Берсу не упираемся, можно и покуролесить немножко. Самую малость. Ну? Можно всех хилов тупо укусить. Кто-то мочивку хочет, да? Ёбаный Фирна. Абэма, нахуй. Я еще и в огне стою, просто АФК, нахуй, ну пиздец. Давай, твой мастейв. Идите. Да, да. Ну ебать его в рот, кантилятор, блин. Кого кусать-то, нахуй? Авилаша танк? Сейчас немножко Авилаша вырубить. Рядом с тобой. Авила не можешь укусить. По фану. Где ты есть, зайка? Я тут в боссе прям. Спасибо. Ебаный в рот. Вы, правда, чуть не откисли, а так хуйня. Сейчас, прикинь, хилам укусы передавать надо, ДДшник. Ну, передадут, нет, интересно. Что ты говорил? Я думал, скорее всего, упадет. Так вот, бидон это не ДДшник, нахуй, так чисто для справки. Чисто, что пинали. Все не дико теперь. Хули. Мы уже прожили то страшное время, когда падала это. Она под берсу. О, мне вот этот знак освященного покорителя надо. А еще что? Ну еще тебе... можно парочку таких. Вот эту хуйню тебе надо, вот это. Будешь там хилиться. Нахуй. Пусть будет кость. Кто там плащ? Нужно кому геровский? Кто плащ хочет с Вальки? Кастерский? Хлеба. Да, кастер. А, че? Я хочу. Дед дам нахуй. О, давай. Я плащ кастерский хочу. Там осколок будет, если что. Говно кусок. А что, он тебе сильно нужен? Так. Кто там плащ хочет, кроме Заломаныча? Я, наверное. Понятно. Надо по приору смотреть. Вас может спокойно стелси забрать, например. Может, да. Так что. Вообще как нефу, кстати. Вообще как нефу. Ну, пусть берет. Ну да, пусть берет, зачем? В принципе, бог. Я танк. Мне плевать. На все запреты. Да не, чё ты, вагон. Тебя просто, ну, блядь, укусил кто-то. Кто укусил, укус такой охуенный передал тот вагон. Твой ебал, я укусил. Мы же знаем, что маги дохнут как тряпки, их нельзя кусать вообще. Так, чисто можно лизнуть заляжку, нахуй. Можно лизнуть куда-нибудь в другое место.
Предлагай. Подходит. Да, вам бы лишь бы лизнуть. Можно и куснуть. Только чуть-чуть. Так, понял, блядь.